Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Май на рассвете, нарастал у стен Рейхстага бой, девочку немецкую заметил наш солдат на пыльной мостовой. У столба дрожа она стояла, в голубых глазах застыл испуг, а куски свистящего металла смерть и ужас сели вокруг. Вдруг он вспомнил, как, прощаясь с летом, он свою дочурку целовал. Может быть, отец девчонки этой дочь его родную расстрелял. И сейчас в Берлине под обстрелом полз боец и телом заслоня девочку в коротком платье белом осторожно вынес из огня. Скольким детям возвратили детство, подарили радость и весну рядовые армии советской, люди, победившие войну. И в Берлине в праздничную дату был воздвигнут, чтоб стоять в веках, памятник советскому солдату с девочкой, спасенной на руках. Стой! Остановись! Время! Замри! Замри и оглянись в прошлое. Оглянись на них, кого сейчас нет. Кто сейчас камнем смотрит с высоты своих памятников? Стой! Остановись! Никогда не проходи мимо гранитной стены, на которой золочеными буквами вписаны имена павших на поле боя, замученных в фашистских застенках, повешенных, уничтоженных, но все-таки непокоренных. Остановись у красной стены плача и памяти. Память, она имеет начало, но не имеет конца.